Всем привет! С вами Олеся Селезнева, и в этом видео я хотела бы с вами поговорить о том, как важна работа в команде в сетевом бизнесе. Есть такая известная фраза: «Один в поле не воин». Вот в сетевом бизнесе один в поле, один в команде человек тоже ничего не сможет сделать. Какой бы сильной ни была сама компания, если мы приходим одиночником, да, мы не достигнем такого результата, как мы могли бы достичь результата, работая в команде. Здесь нужно нам понять один очень важный и тонкий момент. Не бывает 100% хорошей какой-то компании для всех. Нельзя так сказать, наша компания лучше, а ваша хуже. Бывает лидер, который может за собой повести людей, чему-то вас научить. Научить не просто продавать, а научить строить структуры и двигаться к намеченной цели. Так вот, к выбору команды стоит отнестись очень серьезно. Это один из решающих моментов в том, насколько успешны вы будете в какой-либо компании сетевой. Поэтому лично я, когда делала свой выбор, я оформилась не к тому человеку, который первый мне дал информацию. То есть это делать в принципе не обязательно. Нужно понять, насколько хорош результат у человека и в какую команду он вас приглашает, какие там профессионалы. Бывает часто, что компания хорошая, а ты попадаешь в тухлячок, и ты не можешь там развиваться. Возможно, у тебя даже навыков и знаний гораздо больше, чем в той среде, да, в которую ты вливаешься. А бывает наоборот, ты достаточно еще не так профессионален, но ты попадаешь в струю, и эта струя тебя потоком захватывает, и ты несешься вместе с ней. И поэтому, поверьте, очень приятно, когда каждый день там наваливаются какие-то вопросы, их нужно решать, ты едешь, решаешь один вопрос и узнаешь, что походу уже решился второй, потому что сплоченность на первом этапе она очень важна. Поэтому я надеюсь, что тот человек, который смотрит сейчас видео, попал в хорошую команду. Ну а для новичков мой маленький ценный совет: ищите команду профессионалов, команду тех людей, которые захватят вас на волне, и вы будете всегда на коне. Все, всем пока, до следующих видео. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.